Я очень рада вас видеть. Сегодня я помогу вам подобрать лучшего повара для вашего частного дома. Надеюсь, этот выбор станет самым оптимальным и самым лучшим для вас. Добрый вечер. Вы должны быть... Я поняла, я буквально только что получила факс от вашего секретаря, некую информацию о вас, вашей семье. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем смотреть. Первым делом хочу вас поздравить с покупкой нового дома, в который вы хотите нанять частного повара. Так. Я сейчас, пожалуй, занесу некоторую информацию о вас, чтобы синхронизировать данные на то, что сказал ваш секретарь и есть на самом деле, чтобы все было верно. Так. Сначала я запишу ваше имя. Отчество, подскажите, пожалуйста. Вашей семьи. Скажите, а есть какие-либо уже конкретные предпочтения, пожелания членов вашей семьи? Слонка. Что будет еще? Так. И теперь касательно осали. Какую кухню вы предпочитаете? Указано европейского, но мне кажется, это довольно-таки скучно. А какой-то еще. Так. А после путешествия многие люди предпочитают. В любом случае, все повара, все домашние повара составляют меню, однако они предпочитают первое время, пока они с вами плохо знакомы, полагаться именно на ваши предпочтения, на ваши привычки, чтобы переход к новому повару вас не смущал и вам было наиболее комфортно. Так. Так, хорошо. Так, сейчас секундочку. Здесь сказано, что вы будете
находиться в вашем имени только в летнее время. Вы можете сейчас приблизительно сориентировать, на какие месяцы вам нужен повар? Напомните, пожалуйста, где находится ваше имение. Требуется линия отбора путешествовать с вами, когда вы будете уезжать в другие места. Естественно, все можно будет оговаривать, ваши желания законны. Никаких проблем. В случае, если у вас будет какой-то перекрашенный день, и вы хотите, чтобы у вас было больше, так сказать, пустоты в доме, чтобы никто вам не мешал, вы можете в любой момент выпускать вашего работника вне всяких забот. Я вижу, у вас есть особые требования. Вы хотите, чтобы во время каждого приема пищи присутствовали овощи и зелень. Вы обычно завтракаете, обедаете и ужинаете. Я просто сравню, да, ваш секретарь все правильно. Ланч, 5-часовой чай. Кофе. Обязательно выпечка, хорошо. Только немного. Личности своего повара. У нас есть только информация о том, что этот человек должен быть очень аккуратен, опрятный и очень положительный и позитивный. Еще один вопрос. Часто ли вас посещают гости, вы устраиваете праздники, даете обеды? Именно касательно этой резиденции.
хотите? Я составила полную анкету вам вашего запроса, ваших требований к работнику. И по ходу написания мне уже пришли в голову как минимум два человека, которых я вам со стопроцентной гарантией могу посоветовать. Это самые лучшие наши работники, и как раз у них появилось время, сколько они летом не выездные, и они готовы работать только здесь. Поэтому как раз графики идеально сходятся со вторыми заказчиками. Я думаю, вам понравится. Кроме того, я вам сейчас еще найду их рекомендации и отзывы, в том числе от текущих заказчиков. Я себе сделала приметку. Секундочку. Ознакомьтесь с Мариной Павловной. Он у нас из Италии на самом деле. Американские корни. Но несмотря на это, он себя считает настоящим итальянцем. И кухня у него высший класс. Вот она как раз рекомендации. Вы можете пройти здесь в большом-большом количестве. Указаны многие подробности об этом человеке. Это информация конфиденциальная, и она дается только потенциально. Еще один повар. У этого повара особое отношение с детьми, его безумно уважают дети, чужие, свои, приходящие, друзей, все просто без ума от него, и очень часто вызывают в зал, чтобы он представил свои блюда, поскольку на каждое блюдо у него обычно своя интересная история. Порой это превращается даже в какой-то стендап или представление. Так, вот его анкетка. Марк Вальс. Он у нас из Голландии. Так, его рекомендации. Рекомендаций тоже очень много. Естественно, да. Здесь указано, что для вас не важна цена, нужен только самый лучший. Я даже спрашивать не стала. Так, это ваша рекомендация. Вы можете это взять домой и анкеты, рекомендации, посоветовать с супругой. Кроме того, я всю эту информацию я вам продублировала. Ваш почтовый ящик. От вас потребуется только решение либо
вы можете передать эту информацию управляющему, и он все сделает за вас. Я забыла вас спросить, кто-то из вас, из ваших друзей, является ли вы вегетарианцем? Очень сложно поймать, и вы попали в идеальный момент. Так, сейчас, секундочку. Я записываю приблизительные даты. Остальную информацию я получу у вашего управляющего. Можете об этом не волноваться. Десертом пройдемся позже. Хорошо. Я оставлю это книгу вам. Сделаем так. Держите.
ни о чем не волнуйтесь. И последний вопрос. А желаете ли вы, чтобы ваш повар готовил еду для ваших домашних питомцев? После нашей сегодняшней беседы я пришлю вам окончательное подтверждение официальным письмом на вашего секретаря. Ну что, спасибо большое, что нашли время зайти к нам. Приятного вечера. Отдыхайте. Естественно. Я вас понимаю. Всего хорошего. До свидания.